В двухлетнем исследовании приняло участие более 3000 детей школьного возраста. Исследование показало, что пристрастие к видеоиграм было напрямую связано с такими проблемами юношеского возраста, как депрессия, тревожность, социальные фобии и неважная учеба в школе. Те, кто смог избавиться от этой зависимости, в конце исследования улучшили свои показатели, то есть меньше страдали от перечисленных выше недугов. Но все-таки их данные были хуже, чем у контрольной группы детей, которые никогда не злоупотребляли подобными играми. Это факт. Но есть и надежда. Американская педиатрическая академия рекомендует родителям ограничивать время, проведенное ребенком у любого экрана, 2 часами в день, не более. Будь то экран телевизора, видеопроигрывателя или игровой приставки для видеоигр. Тем самым для своего ребенка вы уменьшаете риск неуспеваемости в школе и проблем психического здоровья. Поэтому выключайте экраны и обеспечьте вашему ребенку более яркое и счастливое будущее.